Where am I? Where am I? What am I doing here? Where's my mom and my brother? Why you smile? Что я не делаю, почему я не смотрю брата? А как ты хочешь? 63 он сказал, да? Please repeat us. What date today? Микрофон. Today? 7th of June? 1964, yeah. Yeah. Oh, step. Okay. All right. Really Thursday. They're recording me. Do you know Russian language? No, no, no. How old are you? I can't speak English. Okay, I'm 15 years old. Okay. 15? Расскажи себе, откуда ты, кто, где ты живешь? Tell about you. About me? Where do you live? I live in America, in Atlantic City. I want to home. А как домой теперь пойдем? Why have some strange body? Why? What's name your mother? Mama is dead. I was a little girl. Was. And your father? My father is too dead. Dead too? Yeah. I was so little girl. He was exterminator. He was dead in second war. Do you understand? Yes. I was born Portugal. I know that. Why? You tell me about. What? You don't remember this? Yeah. Раньше она меня узнавала. Будучи Рэйчел, она меня узнавала как свою мать. Сейчас нет. Стоп. I'm going to raise you. Yeah! I was in America. Okay. And why I'm... So, no, you was in Russia. Russia. You was. Okay. And then you go to America. And now you must come back in Russia. What? I come back? Yes. I don't understand. Okay. I know one. I'm in a hospital. I'm mad. Really? You was born in Russia. I was born in Russia? Yes. Do you understand what you say? I understand. Are you okay? Yes. I was born in Portugal. No. In 19. You was born in Portugal in your last life. So hot. What? You was born in Portugal in last life, in your last life. Может, отправить ее опять? Может, она сама войдет в другое измерение? А как ее отправить?
Last life. Да нет, она не тут. I was in America. Yes, yes. Okay. Да? What I did now? Count reading. You sister? Yes. Okay. This is it. Okay. I believe it. Why? Why I'm here? Why? Подобная ситуация была у нас как-то однажды дома. Один раз она проснулась утром, стала будить меня на работу. И когда я спросила ее, который час, она была страшно удивлена, не могла понять, о чем я ее спрашиваю. И когда я показала ей на то место, где мы носим часы, она мне показала свои часы, чтобы я посмотрела время. Когда я с ней заговорила, она меня совершенно не понимала. А потом ответила мне по-английски. Я была страшно удивлена, но стала говорить с ней на английском языке и была уверена, что она шутит и, так сказать, нас разыгрывает. Она называла меня своей мамой, но сказала, чтобы я не пугалась, что она в данный момент находится в параллельном измерении в Америке, что ее зовут Рэйчел, и она несколько дней будет там находиться. Пришлось разговаривать с ней по-английски. В школу она пойти не смогла, и на мой вопрос, почему она не идет в школу, она так незамысловато ответила: «Мама, ведь там же все говорят по-русски, что я буду там делать?» Весь этот день она читала английские книги, смотрела видеоклипы на английском языке и прекрасно все понимала. Я вынуждена была остаться в этот день дома и не пойти на работу, была вместе с ней. А на другой день муж сидел с ней, значит, разговор велся только по-английски, и как бы мы ни пытались ее, так сказать, поймать на этом, вот, она не понимала и на имя Оли не реагировала вообще. К концу второго дня, к вечеру, как потом она рассказывала, услышав радио, она стала понимать отдельные слова. И буквально через час-другой, когда бабушка позвала нас всех ужинать, понятие русской речи к ней вернулось полностью, и она стала говорить опять свободно по-русски и стала нас понимать. На наши вопросы она сказала, что была, значит, в параллельном измерении, что она там получила информацию, и, значит, хотя уровень ее английского в нормальной жизни соответствует 9 классу, она сказала, что с собеседниками она будет общаться по-английски на том уровне, на каком уровне находится собеседник в английском языке. I want to see my face. Yes? I want to see on my face. Have an hour. Oh, yes, yes. Please. You are very nice girl. You're right. Thanks. Oh my God. Oh, thanks. You have other face? No. What? You have other face? Yeah. Good. Я боюсь, что мы зря начали с ней разговаривать, поскольку в предварительной информации Ольга говорила о том, чтобы что с ней не случилось, мы не должны были к ней подходить и разговаривать с ней. Но, испугавшись ее падения, мы были вынуждены подойти, и как бы мы этим не испортили что-то. Посмотрим, что будет дальше. Please tell me, what's the matter? Она спрашивает, что с ней случилось. Нам очень трудно ответить на ее вопрос, поскольку наш английский оставляет желать лучшего. Ну что, попробуем тогда вывести ее из этого измерения, в которое она попала. Не возражаешь, если то, конечно. Попробуем ее ввести в энергетическую загрузку, то есть ввести в транс ее, может быть, она выйдет тогда. Close your eyes, please. Close your eyes. Значит, Рэйчел не обладала ярко выраженными энергетическими способностями. Даже никакой энергии нет. Попытались вывести ее за счет транса гипнотического. Ну, в общем-то, когда начал ее загружать, я лично энергии не почувствовал абсолютно. То есть, когда я обычно загружаю астрофлайеров, я сразу чувствую ответную волну, то есть обратную связь.
сейчас обратной связи не было. То есть вся энергия уходила как какую-то бездну. Поэтому единственный вариант остается только ехать в город и надеяться на что-то другое. Поехали. Вот сейчас Рэйчел рисует план, где она живет, адрес свой пишет, ну, естественно, тут на английском языке. И вот мы хотим ее спросить, кто ее президент в ее стране сейчас. Rachel, tell us, please, what name is your president? John Kennedy. Repeat, please. John Kennedy. Thank you. Tell us the name of our president. Nursia. Yes. I don't know. Just don't know. Khrushchev. Khrushchev. Khrushchev? I don't understand.